Кто-то желает видеть рядом с домом благоустроенную площадку, кто-то обновленным любимый скверик, а кому-то хочется видеть преобразившуюся площадку около детского сада. Список общественных территорий продолжает пополняться. Жители Брянска активно принимают участие в проекте и вносят свои предложения не только через интернет. В каждом районе города оборудованы вот такие специальные площадки, где жители могут оставить свои предложения по включению какой-либо общественной территории в программу. Всего таких площадок в городе 11, работать они будут до 9 февраля. Уже подано больше 11 тысяч заявок. Выбрать общественную территорию для дальнейшего благоустройства можно из списка или внести свое предложение. И часто бываю на территории номер 4, которая здесь указана, территория между домами номер 10 по улице Горбатова и номер 95 по улице Советской. Вот эту я там часто бываю. Номер 5, территория между домами 4, 6 и 10 по улице Романа Брянского. Там тоже неплохо было бы благоустроить. На заседании общественной комиссии по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» обсудили результаты проводимого опроса и список территорий. На сегодня их 40. Большое количество граждан желают увидеть в первоочередном порядке отремонтированные территории в Белых берегах и в Советском районе. Есть территории, за которые голосуют граждане. После того, как список будет сформирован, в Брянске пройдет голосование. По его итогам определят, какие общественные территории будут включены в программу и отремонтированы в этом году. Голосование состоится 18 марта. Екатерина Зодина, Анатолий Чекрыгин. События. Брянск.